Всемку. Привет, ребят. Всех приветствую. Всем приятного просмотра. И сегодня мы поиграем с вами игрульку под названием, по-моему, как легенда. Либо баллада, либо как-то в этом роде. Точного перевода я так и не нашел. Кто знает, может мне написать. Могу предложить вам винтажной дождевой воды. Не, спасибо. Спасибо большое. Так что давайте посмотрим. Вроде это как градостроительный симулятор. Здесь мы сможем с вами строиться и выживать. Так, здесь нам нужно выбрать карту, на которой мы сейчас должны будем с вами построиться. Но единственное, что я так понимаю, что в дальнейшем, к примеру, эти участки мы сможем либо открывать, либо завоевывать, либо покупать. Давайте, может, сюда? Так, давайте смотреть, что тут. Так, я принц, мне по душе принцесса, принц, кто угодно. Бенджир, ну что, ребят, можешь поставить кто угодно. Либо я принц и ищу своего принца. Так, ладно, давайте. Так, нет, это что у нас? Нам нужен English, English, English. Есть, вроде правильно, да? Так, давайте. Давайте, давайте вот. Так, все, Арчи, вроде правильно. Ну что, начинаем? О, да, как же я это люблю. Начало как в Шреке. Давным-давно, да? В натуре давным-давно все это началось. История любви, войны и слез. Царица и цари, что раньше жили, на подвиги детей благословили. На поиски земли, полей, лесов, тычинок, пестиков, любви, плодов. Принцесса или славный принц, ты будь, исследуй, покоряй счастливый путь. Но помни, если лишь мечом махать, то вряд ли сможешь ты легендой стать. Ну да, согласен. Ведь королевство строить мастерством, недаром сердце есть, услышь его. Земля, познавшая любовь с войной, навек скрепит себя судьбой одной. Теперь ступай, твори, карай, шали, после долго счастливо живи. Либо счастливо. Счастливо вроде. Да. Бум-бум-бум. Так, мы сейчас будем с вами завоевывать, любить, сражаться и творить. Особенно понравилось шалить. Ну да. Особенно, когда принц ищет второго принца, чтобы выпить с ним чашечку кофе. Так, глава первая. Новое начало. Ага, давайте смотреть. Задача. Перемести камеру, используя... Окей. Приблизьте камеру при помощи колесика. Отдалите камеру. Блин, а вот по поводу цветокора, конечно... Ну, такое себе. Ну, ладно. Так, что мы тут дальше... с вами делаем. Дальше мы с вами забрать награду. Ах, да. Так вот, наше королевство началось со скромного лагеря рабочих. И к чему потом все это привело? Так, постройте грамотную дорогу. Постройте лагерь рабочих. Назначьте рабочих. Куда мы будем с вами продвигаться? Наверное, куда-то в эту сторону, да? Ага, а места много у нас с вами. Так, давайте, наверное, дорогу мы с вами проложим. Блин, ну вы ж мышку не видите, да? Короче, отсюда, в эту сторону, до речки. Здесь мы, наверное, сможем рыбку с вами добывать. Тогда, наверное, да. Так, а как строить? Вот, строить. Мне нужна дорога. Хорошо. Так, бум. Давайте в эту сторону. Бум, отлично. Нужно ли мне по
Постройте лагерь рабочих. Так, дай-ка мне, не, погоди. Давайте, наверное, мы с вами сделаем вот так вот. Сразу же и вот. Нет, погоди, 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 погоди. А почему я сюда не могу? Что, я сюда не могу или могу? Не, не могу. Ладно, в принципе, я думаю, и так сойдет, правильно? Хотя давайте, наверное, сюда тоже так разделим все на сектора. Что нам нужно? Нам нужно с вами построить лагерь рабочих. Ага, прикольненько. А как крутить здание? Так, щелкники, чтобы отменить. R, чтобы повернуть. Ага, вот как крутить, понял. Лагерь рабочих. Давайте, наверное, давайте сюда. Так, рабочие строят здание, если хватает строительных материалов. Ну, это понятненько. Окей. Ну, все, началось. Так, ага. Вот сюда добавить и вот сюда добавить. Все, двое рабочих мы добавили. Что нужно забрать? Постройте домовладение. Постройте внутреннего нового. Пристройки две штуки. Домовладение тоже две штуки. Назначьте старшего по дому. Так, это домовладение. Давайте домовладение, наверное, мы с вами будем размещать в эту сторону, влево, да? Так, угу. Давай, наверное, вот сюда. Во, вот так сделаем. Отлично. Все? Ага, построить 55. Да, давайте строить за 55. И давайте здесь то же самое сделаем. Так, тук-тук-тук. Все, отлично. Отлично. Давайте смотреть, можно ли это убрать, чтобы не мешало. Да, можно. Давайте смотреть за нашими рабочими. Блин, ну цветокор мне вообще не нравится, если честно. У меня стоит все на ультрах, я не знаю, либо оно в самой игре так задумано, чтобы цветокор такой был, либо я не знаю. Но как по мне, чересчур насыщенно, да, или нет? Скажите мне ваше мнение, пожалуйста, в комментариях. Так, что тут можно делать? Можно ускорять. Да. О, первое домовладение. Здесь живут и едят ваши подданные. Чтобы домовладение вшло как надо, нужен старший по дому. Не забудьте его назначить, хорошо? Так. Угу. Как его назначить? Следовать, выбрать дом. Так, пристройка, не статистика. Собачья будка. А тут, походу, еще никого нету, да? Еще никто не живет, я так понимаю. Насколько я понял, тут еще никто не живет. Так, забрать монетку. Постройте колодец, хорошо. Колодец мы с вами построим. Только давайте посмотрим, почему здесь никто не живет или живет. Так, ну что, будешь у нас домовладельцем или не будешь? Ну ладно. Колодец, колодец, колодец. Давайте смотреть, что тут есть. Ферма, ферма, ферма. Лагерь лесорубов нужно будет. Колодец. Ага, вот куда у нас колодец, да? Блин, я даже не знаю. Может, как-то вот так? Ну, как вам идейка? Построить сюда колодец? Здесь заполнить этим какими-то жилыми участками, жилыми домами? А если мы сделаем, знаете, как с вами? Давайте попробуем, получится ли, либо не получится. Возьмем еще домовладение одно. Поставим его сюда. Сделаем вот так. Построить. Возьмем с вами дорогу. И сделаем вот так. А тут рядышком поставим колодец. Поставим колодец, я так понимаю, вот так вот сюда. Даже вот сюда, наверное.
Правильно? Да, вот сюда поставим колодец. А потом так же самое сюда поставим домик, только без вот этих вот владений минус 2 будет у него. Ну, без собачьих будок и так далее. Так, что нам нужно? Нам нужно построить лесорубов. Где наши лесорубы? Вот лесорубы. Лесорубы у нас будут находиться с вами вот здесь. Только нужна ли им дорога? Вот это вот мне интересно. Нужна ли им дорога? По-любому, наверное, да. Да? Я угадал. Просто не хочется распыляться на дорогу лишний раз. Так, а если мы сделаем вот так? Так, давай смотреть. Построить. Проведем сюда к тебе дорогу. Не знаю, нужно она тебе, не нужно. Все, давай. И как по поводу инструкции сноса? Ага, у нас есть снос. Это хорошо. Если у нас с вами есть снос, значит, это хорошо. Так, принимайте новых подданных. А где нам их принимать? Так, колодец есть. Плюс 2. Снести. А вот и новые поселенцы. Пока ваши жители счастливы, к вам всегда заходят поселенцы, да? Ага, конечно, если найдется местечко. Добро пожаловать. Welcome, welcome. Только самое интересное, то, что я так и не понял, как добавить сюда домовладельца. Или он сам назначается. Ага, вот. Угу. Выбрать дом, выбрать дом. Все, ты теперь домовладелец. Короче, непонятно, да? Так, сюда нужно мне пару людей. Ага, мне нужно пару людей. А для пару людей мне нужно, чтобы к нам сюда заехали. Здесь у нас двое. Здесь двое. Так, я сюда не могу добавить классы подданных. Ага, значит, нужно... Так, дождитесь прибытия новых поселенцев. Наведите указатель на значок населения в верхней части экрана, чтобы увидеть, когда гости придут. Так, снимок экрана, отзыв ошибках, пауза. Древесина, овощи. Принять поселенцев. Вот. Ура! Ура! Мы сможем добавить сюда людей? Бумс, бумс. Да, сможем. Так, постройте ферму. Разместите 25 клеток овощных культур. Угу, 25 клеток овощных культур. Давайте смотреть. Нет, режим сноса нам не нужен. Нам нужен... Так, лесоруб, склад... Давайте, наверное, построим где-то тут рядышком для них склад, да? Да, или у нас нету денежек. А, ему пристройка нужна. Ему нужна пристроечка. Ладно, ладно, я ж не знал. Ладно, давай сюда. Все, пристроечка есть, хорошо, отлично. Давайте смотреть по поводу овощей. Где наши овощи? Ферма. Нам нужно сколько клеточек? 25, да? Так, ферму, наверное, давайте мы разместим с вами вот сюда. И... Так, вот сюда сделаем. И вот сюда сделаем. Все? А как понять, 25 или не 25? Недостаточно. Достаточно монеток. Ага, ладно. Ладно, если мы ускорим. Если мы ускорим. Блин. А я хочу построить. А если мы тогда снесем? Если мы тогда снесем. Хватает ли нам денежек? Построить за 95. Жбумс. Так.
Земледелие. Культуры постепенно растут, пока на ферме есть хотя бы один земледелец. Окей. Ладно, а мы земледельца с вами не сможем добавить, потому что у нас нету места. Давайте тогда мы тебя уберем отсюда. А сюда одну штучку мы с вами добавим. Блин, ребята, что за цветокор такой? Он такой должен быть? Ну, прям чересчур глаза разъедает или нет? Или нормально? Или смотрибельно? Так, 25 клеточек. 14 из 25. Ага. У нас, в принципе, денежек с вами и нету. Тогда предлагаю, знаете, что делать? Строить еще дома. Обычные домики. Ставим сюда. Ставим вот так. Построить. Ставим сюда. Ставим вот так вот. Так, я не могу, да, поставить? Потому что мне камень мешает. А я камень могу удалить? Могу камень удалить? Нет, не могу камень удалить, да? А это что такое? Территория домовладения. В эту сторону нет. В эту сторону ты не пойдешь. А без домовладения ты не хочешь достроиться. Ну ладно, ладно. А если я тебя построю вот тут, ты то же самое, да, мне скажешь? А нет, тут ты захотел построиться. Хорошо, значит, эти камни мы будем с вами, да, наверное, добывать. Правильно я понимаю? Или что, или как, или где? Так. А где мне нужно было нажать, чтобы мы могли принять с вами людей? Или они сами уже прибивают? Так, мы можем тебя улучшать или что? Или что, или как? Пока непонятно. Пока непонятно. Главное, что у нас с вами ферма хорошо работает. Блин, у нас монеток мало. У нас маловастенько монеток. Лето первый год. Так. Население счастья. Хорошо, хорошо. Хорошо. А как мне нажать, чтобы ко мне фермеры прибыли? Кто помнит? Используйте, чтобы отправить отзыв. Нет, пауза, снимок экрана. Мне не надо, монетки. Пауза. Угу, это не то. Во. Хорошо. Хочу, хочу, хочу. Что? Это не то, да? Где наши людишки? Я так и не понял. Я так и не понял, где наши людишки, когда прибывают. Так, автосохранение. Во, принять. Принять жильцов. Хорошо. Здесь у нас есть, здесь у нас есть. Здесь у нас тоже должны быть, да? Отлично. Значит, сюда давайте нанимаем еще одного рабочего. И тем временем... Так, доход плюс 29, налоги плюс 32. Военное дело 0. Самое печальное, то что мы с вами не сможем построить сейчас поле еще. Из-за того, что у нас не хватает с вами бабок. Бабосиков. Или хватает? Так, 24, 25. 24, 25. Ага, это всего лишь 24 из 24, или что я могу устроить? А, у нас две монетки из 5. Хорошо, давайте попробуем ускориться. До следующего платежа 4 дня. Это каждые 4 дня, я так понимаю, нам капают бабосики. Правильно я понимаю? Если да, то это печально. Тут есть режим, ребят, есть режим.
открытый, в котором мы можем с вами строить все бесплатно, типа песочницу. Можешь пойти в открытый режим, как вы думаете? Давайте так, я выпущу эту серию и посмотрим, может, продолжим ее выполнять. Ну, просто каждые 4 дня ждать, когда нам поступят денежки, сами понимаете, такое себе удовольствие. Может, реально пойти в режим песочницу и строиться? Так, плюс 31, хорошо. Плюс хорошо. Так. Бумс. Все. Забрать, забрать. Хорошо. Плюс 81 монеточка у нас есть. Соберите налогов 200, 258. Так, украшения. Разместите 3 единицы в украшении. Давайте смотреть, что по поводу украшения. Это наше украшение. Так, табличка. Ага, публичное отхожее место. Теперь с широкими. Понял, понял. Давайте вот сюда его и поставим, правильно? Бумс. Так, давайте дальше смотреть. Деревце. Не, деревце не хочу. Цветочная клумба. Знак. Давайте знак установим. Не, знак только будет мешать. Я только думаю, что нам строится. Хотя давайте вот сюда поставим. Бум. Это два. И давайте что-нибудь. Что-нибудь какую-то клумбу. Вот такую вот. Куда эту клумбу к нам бы пристроить бы. Во. А давайте ее куда-то. Хотя не, смотрите, что я предлагаю. Я предлагаю взять вот так, провести дорогу. Вот провести дорогу, взять деревце и поставить его сюда. Во. Шикардос. Правильно? Правильно. Отлично. Тем временем у нас какое-то письмо. Привет, Агнес. Так, дражайший принц, мое солнце и весна. Что за прекрасный край? Бля, какая малыха. Волнистые холмы и бескрайние плодородные равнины. Мечта наших предков. Я желаю превратить эту землю в райский сад. Но одно и мне не справится. Сила вашего характера уже наслышана. Хорошо. Хорошо, принцесса урожая. Окей, зайчик, окей, давай вместе это все делать. Так, достигните. Поселение село. А нам кто у нас, кто мы сейчас? Население. Это что нам нужно? Это типа нужно еще, да, поставить нам пару домиков или нет, или мы сможем с вами улучшать тебя. Так, статистика, пристройка. Нет, статистика. Перейти, снести. Так, давайте смотреть, сможем ли мы тут с вами. Так, принять поселенцев. Вот, достигнута новая ступень. Ого, ничегошеньки себе. Наши старания привлекли достаточно поданных, чтобы это местечко звалось селом. Отлично. Ага. Ага. Прикольненько. Таверна добавилась. Мастерская и лесничество. Амбар. Ребят, поздравляю, у нас с вами теперь маленькое село. Прикольненько. Блин, не знаю, мне игрулька покамест нравится. Единственное, что меня напрягает, конечно, этот цветокор. Но я думаю, можно будет привыкнуть к этому всему, да? Думаю, что разработчики на это и рассчитывали, когда делали вот такую красочную. Хотя, когда вблизи, вот так смотришь, то в принципе нормально.
Ну, либо я что-то не понимаю, если тут можно как-то это все понимать, и кто-то в этом разбирается, то напишите мне. Так, давайте, наверное, на этом первую серию мы закончим. Будет такая маленькая, короткая. В следующей уже продолжим, посмотрим, что нас дальше ждет. Будем развивать наше село и сделаем с него большой, огромный город. Так что все, не забывайте про лайкосики. Если игрулька вам понравилась и вы хотите ее прохождение полностью по максимуму, то напиши, дай знать. Как говорится, сообщи мне об этом. Я все комментарии читаю и иногда даже отвечаю. Так что все, всем пока-пока и до новых встреч.